Шестой музыкальный фестиваль имени знаменитого баяниста Виктора Гридина открылся в Курской филармонии. Чем, как не знаменитой гридинской расцепухой, можно открыть фестиваль? Музыканты курские и столичные на одной сцене. Государственный ансамбль «Россия», частый гость Соловьиного края. Его руководителя, Людмилу Зыкину, словно тянуло на родину мужа. После смерти Людмилы Георгиевны коллектив не изменил традиция. Курск и сегодня – важный пункт их гастрольного графика. Он вписался уже сегодня, в общем-то, я не побоюсь этого слова, так сказать, золотыми буквами вот в ту, так сказать, фестивальную, как мы говорим, у нас есть такое слово, акколада партитурная. Вот в эту фестивальную акколаду, фестивалей конкурсов, которые проходят в России в жанре народно-инструментального искусства. И все же теперь «Россия» звучит по-иному. После смерти Зыкиной с коллективом выступает заслуженная артистка Надежда Крыгина, кстати, вторая жена Виктора Гридина. Безусловно, так сказать, имя Людмилы Зыкиной, оно всегда будет, так сказать, вершиной. Вот. И очень приятно, что вот такие замечательные исполнители, еще раз скажу, как Надежда Крыгина, они с нами сотрудничают, с нами выступают и, безусловно, достойно продолжают те высокие традиции, прежде всего, служения, высокого служения русской песни. Приятно, что этих самых служителей русской песни становится все больше. Особенностью этого фестиваля является созвездие имен, созвездие баянистов. И это очень достойно, это очень символично и достойно Гридина, поскольку вот мы впервые без Зыкиной отмечаем этот фестиваль и проводим этот фестиваль. И очень важно, что мы не упали, как мне кажется, качественно. Курян ждут еще 5 фестивальных дней. Эдуард Аханов, трио баянистов из Магнитогорска, орловский коллектив «Гармония» и не только. Праздник народной музыки только начинается. Юлия Матвеева, Антон Латышев, телеканал «Сейн».